Тем временем в столице наградили участников ликвидации последствий землетрясения в Турции. Сотрудники МЧС получили государственные награды из рук главы ведомства Юрия Ильина. Кроме того, им планируют выплатить денежное вознаграждение. Напомню, наши спасатели покинули Турцию одними из последних. За время спасательной операции им удалось вытащить живыми из-под завала 8 человек и более 80 тел погибших. Общая сложность составляла 97 человек от Казахстана. Это именно спасатели, кинологи и медицинские работники Центра медицины катастроф. Никто без внимания не остался. Кто-то награжден государственной наградой, все остальные награждены ведомственными медалями и благодарственными письмами президента.